Ребята, всем большой-большой привет! Сегодня мы будем готовить творожные булочки. Для этого нам понадобится 200 грамм творога, ванильный сахар, 3 ложки сахара, 2 яйца. И теперь вот это все надо, цедра лимона еще, все это соединить в однородную массу, чтобы не было комочков. Еще понадобится нам 200 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Сейчас вот это надо или протереть, или пробить, или вилкой, или через сито. У меня есть блендер. И будем месить такое тесто для булочек. Вот такое однородное тесто у нас получилось. Творог, все тут смешалось. Ложку столовую подсолнечного масла, не больше, чуть-чуть. И муку будем замешивать сейчас. Все это перемешиваем. Добавляем по чуть-чуть муку. Несколько приемов. Мука должна быть просеянная. Делаем такие ароматные с апельсином, с лимонной цедрой. Так пахнут. Булочки, обыкновенные булочки. Вот, замешиваем тесто. А сейчас будем их делать. Сейчас добавляем еще. Вот такое мягенькое тесто творожное у нас получилось. Раскатали мы ее в такую колбаску. Сейчас делим на 6 частей. У нас должно с этой массы получиться 6 булочек. Делим пополам и тут на 3. Вот так. И вот так. Это, наверное, больше где-то. Сейчас мы их... И будем скручивать их. Вот так вот. В середину подпылять. Подпыляем. Надо тут муку не жалеть, потому что она будет прилипать. А мы ее вовнутрь. Вот так вот. Делаем такие кругленькие булочки. Такие кругленькие, кругленькие. Такие вот. Так, прямо. Сейчас мечу муку. И все сворачиваем вовнутрь. Так вот, катаем их. Булочки. Очень быстро делается, очень без большого труда. Можно изюм добавить, если хотите, можно вовнутрь что-то добавить, но оно само по себе очень вкусное. Подпыляем, потому что чтобы к рукам не липло. Так, откатываем их хорошенько. Духовочка 220 должна быть включенной. Сейчас мы их доделаем яйцом и в духовочку. Вот булочки у нас уже на противне. Сейчас мы их смажем яйцом со всех сторон. И отправляем в духовочку, нагретую 200 градусов, минут 20. Они очень быстро пекутся, получаются очень красивые. Ставим в духовку. Ребята, смотрим, какие получились у нас булочки. Немножко я их пудрочкой, немножко... У меня был миндаль такой, лепестки. Вот смотрите, какие они, булочки наши, видите, очень ароматные, мягкие, вкусные, быстро готовятся к чаю, к кофе. Ну посмотрите, как красота. Готовьте,
Несложно совершенно, вы видели. Всем приятного аппетита. Пока-пока.